Весенний сезон подходит к концу. Уникальность и цена каждого матча возрастает в разы. Именно поэтому мы подготовили для вас рубрику «Что посмотреть», в которой расскажем о самых интересных играх предстоящей недели. До полуфиналов LCL еще 2 недели, поэтому на этих выходных весь фокус на борьбе за выживание. В воскресенье 26 марта команде Rocks предстоит противостоять новому составу Empire, который уже успел себя зарекомендовать и уверенно закрепился на первой строчке Лиги претендентов. Не менее интересным обещает быть субботний матч между Team Dolphins и Natus WinSec. Весьма символичная встреча, не правда? Бразилия, традиционно первая из сильных вайлдкард регионов, выясняет своего чемпиона. В полуфиналах сыграют INTZ против Kate Stars, Red Canids против Pain Gaming. Любая из этих команд может отправиться на MSI и сыграть там с представителем СНГ, поэтому стоит к ним присмотреться. Игры можно посмотреть в 19:00, 25 и 26 марта. До этого вторая строчка в Южной Корее была за KT Roster, но теперь в спину СКТ дышат другие ребята. MVP и Samsung Galaxy выяснят, кто же вторая после Faker команда региона. 29 марта, 14:00. В китайской LPL все еще жарче. Набравшие обороты OMG попытаются остановить Team World Elite, которая вполне себе претендует на звание новоиспеченных королей Поднебесной. Матч пройдет в субботу в 8 утра. В Америке осталась последняя неделя, а неотвеченных вопросов перед концом сезона меньше не становится. Феникс Ван уже третий и не собираются останавливаться. Впереди 2 последних испытания – Cloud9 и Team Solo Mid. Матчи за первые позиции в рейтинге состоятся 25 и 26 марта ровно в 22:00. Не забывайте заглядывать на наш сайт lolesports.ru за подробности. И, конечно, подписываться на наши официальные каналы Twitch, YouTube и во ВКонтакте. Увидимся через неделю.